Привет, ребята, вы на канале Чумчикмен. И мы сегодня будем в юрском периоде. И мы сегодня пойдем вот туда искать динозавров. Что там будет? Много динозавров? Ну, думаю, да. Мой любимый — это Т-рекс. Ты нам покажешь его? Да, мы сегодня найдем его. Найдем. Да. Ты кто, блогер? Да. Как тебя зовут? Юня. А как твой ник? Как тебя найти? В ютубе как ты называешься? Чумчикмен. Вот да, ну все, мы тебе будем искать. Что нужно сказать тебе, чтобы подписались на? Да, и поставили лайк. Все, идем в юрский период. Ребят, вот мы и пришли в динопарк. Я вам покажу титлекса и всех, кто тут есть. Вот у меня билетик есть. С папой. Давай, рычка. Ого, какой он крутой. Как его зовут, пап? А зовут его Дилофозавр. Дилофозавр. 7 метров должины. Вот он крутейший такой. А ну встань, папа тебя сфоткает. Становись. Смотри на меня. Идем почитаем, как его зовут. А, точно, я же вспомнил. Его вроде носорог, тиранозавр носорог. Нет, его зовут Трицерапторс. А, после я уже забыл всех. Трицератопс, вот он. Я просто уже всех забыл, потому что забыл. Смотрите, какой у них. У него, кстати, глазки шевелятся. Да. И закрываются. Ну что, идем дальше? Ну, они... Там лавочка динозавров. Это лавочка, да, динозавра такая? Да. Смотри. Ну, сядь, посиди на ней. Тут, кстати, есть, смотрите, что. Такое нагрузное. Мама, тут листики или что это? Еще один. А, это черепахи. Черепахи, да. Это такая лавочка. Ну, сядь, посиди. Смотрите, там только там тиранодон тоже. Мы сейчас туда пойдем. Ребят, короче, я увидел вот такого динозавра с яйцом. Смотрите, какой он защит. А далее? Это у нас кто? Протоцераптопи. Это маленький, вот видите, вылупляется. Я, знаете, что я увидел? Я увидел вот там Т-рекс огромный. Что ты увидел там? Т-рекс. Ну идем быстрее вот туда. Ух ты, кто это у нас? Эдмонтозавр. Ух ты, какое. Прикольный. Ух ты, какой он огромный. Давайте про него почитаем. О, смотрите, как сзади. Это у нас кто? Это у нас тиранозавр. Ребята, 12 метров. Он хищник. Ух ты, блин. Папа, а ты просто не заметил? Ну, это же твой любимый персонаж, да? Да. Идем. Надпись такой с другой стороны. Идем посмотрим, обойдем. О, черт,
Так, это у нас кентрозавр. Ага. Вот такие ребята они. Папа, поведи сзади. Ого-гошеньки, какой он огроменный. Но мы сейчас обойдем его, да, с этой стороны. Это маленький динозавр Протоцераптопи. Это который был в яйце там, который, видишь? Да, он вырвался. Это уже, он, как... видите, уже взрослый. Так он какой-то оранжевый. Смотрите, какой тут динозавр. У него маленький язык и маленький зуб. Да, это страшный хищник. Самый страшный хищник, ребята. Очень умный динозавр был. Велоцираптор. Что не помнишь, это самый страшный хищник мелкий. Очень умный. Велоцираптор его зовут. Лавочка. Это его добыча, видишь? Давайте посмотрим, что за ларек. Пошли. Как же без ларька с игрушками? Конечно. И тут есть ларечек с игрушками. Oh.